Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я приветствую всех любителей спорта, собравшихся у своих экранов. Сегодня мы на Первом канале поздравляем юбиляра. Евгению Плющенко, олимпийскому чемпиону, исполнилось 30 лет. Вот он, герой. Он и открывает свой праздник. А помогать вам смотреть это шоу буду я, Владимир Гомельский. Довольно странно видеть Евгения Плющенко, великого фигуриста, без коньков. Но талант, он и есть талант, его не скроешь. А на льду друг именинника и тоже олимпийский чемпион Алексей Ягудин. I was ambushed by a lie.
единственное, что я могу сказать вдогонку этого номера, вот талант, он и есть талант. Какой великий спортсмен и какой художник замечательный на льду Алексей Ягудин. Блестяще исполненное выступление. Посмотрите на повторах, технические элементы. Да, наверное, на Олимпиаде, которую Леша выигрывал в Солт-Лейк-Сити, там были посложнее элементы, но ничего не изменилось. И вновь, вот шоу чемпионов, олимпийские чемпионы, Татьяна Навка и Роман Костомаров, и вместе с ними Дима Билан. Зачем улыбаться, когда уже все не так? Зачем искать предлог, когда хотим уйти, не оставляя взгляд? Как след сжигать бумагой, дело слабых, разве не так? Но дело рук наших, скажи, зачем сейчас? Зачем вот так? Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. Что переждать не сможешь ты, трех человек у автомата. Вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать. И до того я в это верю, тебя не ждать весь день, не отходя от двери. За это можно все ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются. Смотрел и восхищался. Смотрел и хотел, чтобы это не заканчивалось никогда. Потому что на Навку и Костомарова можно смотреть вечно, любоваться. Ну, в общем, браво, правильно, браво, кричат зрители. Невероятная экспрессия. Остается только жалеть, что они больше не выступают на льду. Какой же праздник они дарят.
что на льду появляется четвертый олимпийский чемпион подряд – Илья Кулик. И он не один. Вместе с ним, правда, на сцене, интереснейший скрипач Эдвин Мартен. Это темп. В какой же форме Илья находится, что он это все выдерживает? Замечательное выступление. Мне всегда он очень нравился. Обратите внимание, высота, амплитуда прыжка. Ну и еще один повтор, потому что без этой дорожки, это то, чем был знаменит Илья Кулик, трудно себе представить выступление. А теперь групповое выступление. Илья Кулик, Алексей Ягудин, Стефан Ламбьель и сам Евгений Плющенко. Все вчетвером на одном льду.
Как хорошо, что в конце выступления ребята собрались вместе, в группу. А то глаза разбегаются, на кого же в этом случае смотреть? Ну, конечно, Евгений Плющенко, как именинник, стягивает на себя большинство взглядов. Но они же все и талантливые, и великие, и чемпионы. Замечательное выступление. Я боюсь представить себе, сколько времени потратили на репетиции, на тренировки совместные. А получилось так, как будто вышли на лед и экспромтом выдали вот такой шедевр. И действительно шедевр, потому что кто это может повторить на льду то, что делает Плющенко? А вот на льду российская королева фигурного катания Ирина Слуцкая. Кстати говоря, с известной долей хвастовства говорю о том, что она моя коллега, ведущая спортивных новостей на Первом канале. Интереснейшая задумка с тем, чтобы показать, что все это было под напряжением. Электрические лампочки с танцорами внутри. Классная идея. Спасибо, Ира. Блестящее выступление. И все то лучшее, за что мы любили фигуристку Ирину Слуцкую, все сохранено, все осталось. Она много тренируется сейчас и после завершения спортивной карьеры. А теперь... Евгения Плющенко поздравляет Стас Михайлов. Песня называется «Дайте мне». Но Евгений-то в этот момент сам, по-моему, должен находиться на льду. Дайте мне пройти свою дорогу, люди, дайте мне. Дайте мне не ощущать тревогу, люди, дайте мне.
дайте мне те крылья, чтобы я, поднявшись, полетел. Дайте мне стоять и петь для вас, ведь это мой удел. Дайте мне не становиться черствым, люди, дайте мне. Дайте мне не оступиться в пропасть, люди, дайте мне. Дайте мне сердец коснуться ваших, растопить в них лед. Дайте мне отбросить глупый страх, ползти вперед. Дайте мне поверить, что я нужен. Люди, дайте мне. Дайте мне не испоганить душу. Люди, дайте мне. Дайте мне не потерять свой смысл средь хвалебных фраз. Дайте мне надежду, что пою я не в последний раз. Ведь это мой удел. Дайте мне стоять и петь для вас. Ведь это мой удел. Евгений Плющенко! И я представляю себе, какое удовольствие получили все поклонницы и Михайлова, и Плющенко. Однако же два сразу секс-символа на одном экране. Хорошее сочетание. И вновь номер, который дарит Евгению Плющенко олимпийский чемпион и чемпион Европы Илья Кулик. Let's go.
заряд бодрости, заряд хорошего настроения. Вот то впечатление и те эмоции, которые я испытывал, когда смотрел номер Ильи Кулика. И опять, может быть, количество оборотов и не такое большое, зато прыгает Илья просто великолепно. И вновь на льду Ирина Слуцкая, она едва переодеться успела. Вместе с ней Валерия. Сегодня находиться здесь. Я хочу поздравить Женю с днем рождения. Женечка, дорогой, поздравляю от всей души. И спасибо большое тебе за этот потрясающий праздник. Давайте все вместе поздравим Евгения Плющенко, великого спортсмена, с днем рождения! Присоединяемся к поздравлениям Валерии, а заодно любуемся Ирой Слуцкой на повторах. Ничего не изменилось. Как прыгала лучше всех в мире, так Ира и продолжает лучше всех в мире прыгать. И выразительность добавила. А вот еще один подарок, который нашему юбиляру преподносит тот человек, который считался соперником номер один Евгения Плющенко, когда они вместе выступали и боролись друг с другом. Стефан Ламбьель. I'm not living so easy.
Всегда Степан отличался тем, что он удивительно пластичный фигурист и очень артистичный. И вы видите, вы убедились в том, что ничего не изменилось. Он так и остался и пластичным, и артистичным. Любую эмоцию может передать на льду на коньках. А теперь на льду Елизавета Тухтамышева. Она чемпионка первых юношеских Олимпийских игр. И вместе с ней со сцены поет Михаил Бублик. Дай мне силы пройти. Дай мне любви осторожно,
Яркое у меня впечатление от выступления Елизаветы, и не зря ее считают нашей олимпийской надеждой на Сочи 2014 года. Все-все умеет девушка на коньках. И каскад показала. И, в общем, не зря она входит в лидирующую группу этапов гран-при этого сезона. Ну, а теперь к поздравлениям присоединяется Николай Басков. Добрый вечер, Санкт-Петербург! Ну и, по-моему, песню, которую он будет исполнять, она действительно подходит Евгению Плющенко. Натуральный блондин. Мне совсем не надоело петь, играть, гулять, влюбляться и читать газеты смело и от кого-то валяться. Буду жить и куролесить, как бы все меня не ели, и пускай волнует прессу, кто же я на самом деле, кто же я на самом деле. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Снова этим бьет рекорды, я опять на всех обложках. Интересно же народу, кто кому наставил рожки. Ну и что за тон на сцене, я сгораю без остатка. Перед вами, перед всеми, вот вся тайна и разгадка. Вот вся тайна и разгадка. Натуральный блондин, на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Ищу тебя, моя звезда, мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. Король у нас действительно один сегодня. Евгений Плющенко в окружении прекрасных королев. Любимая жена Яна Рудковская, Ирина Слуцкая и Татьяна Навка. Вот уж действительно о такой короне любой король может мечтать. И на сцене вновь Валерия. Чу.
когда в ночи на радиоволне ты слышишь мой голос где-то. Жди меня, я одного тебя пою. Прости меня, прости за эту боль твою. Спаси меня, я без тебя стою. Ну, не удержался, по-моему. Под этот хрустальный голос Валерии не удержался Евгений Плющенко. Выскочил на лед. Вместе с Цветком. А чего ему сегодня все можно? Он же юбиляр. Стефан Ламбьель вышел на лед с очередным номером. И номер непростой. Это дуэт. Потому что на сцене Николай Басков. Интересно, что они покажут нам сейчас. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti ad Olfu di Suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue e diventa bene assai. Potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, che con un po' di trucco con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Ma sì, la vita che finisce e non ci penso poi tanto, anzi sentiva già felice e ricomincia il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai.
Ни добавить, ничего не прибавить. Стефан Ламбье покоряет сердца. Изумительная техника совершенно. И как можно про них сказать, что они закончили выступление? Они выступают. Если я не ошибаюсь, мы сейчас с вами увидим великое повторение. Дима Билан, Эдвин Мартон, а на льду должен быть Евгений Плющенко. Я надеюсь, вы вспомнили. Это тот номер, с которым Дима Билан выиграл Евровидение в 2008 году с помощью своих друзей. Они все вместе снова перед нами. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling up the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light with it. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today, hey! Cause I've been something to believe. As long as I'm breathing, there is not a limit to what I can dream. Cause I've been something to believe. I'm wishing to keep climbing. Nothing else can stop me if I just feel. When the world tries to pull me down, tell me that, try to throw me around, I will let them put my fire out without knowing. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today, not today. Yes, I've been something to believe in. Восхитительное выступление, потрясающий ансамбль, трио. И льда хватило Евгению Плющенко, в отличие от 2008 года, когда там была жалкая площадочка не больше 20 квадратных метров. Здорово, здорово. День рождения получается. На льду олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, а на сцене Филипп Киркоров. «Жестокая любовь». Любовь может быть жестокой, а
сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Никого не встречал я прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидел ответ, и застыла душа. Сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Взаимная удача, взаимное везение. Татьяна Навка и Роман Костомаров настолько выразительны, что любому исполнителю, музыканту, это же какое удовольствие петь для них. И им какое удовольствие танцевать под то, что поет Филипп Киркоров. Я поэтому и сказал, взаимная удача, просто успех. Это удивительный вечер. И мы имеем возможность хотя бы почувствовать, что такое выступать на Евровидении, когда катается Евгений Плющенко. В моей жизни было Евровидение и не один раз. Но почувствовать вкус настоящей победы мне еще не посчастливилось. Так может быть, хотя бы генеральная репетиция произойдет сегодня, в день 30-летия великого фигуриста наших дней Евгения Плющенко, который сейчас выйдет на этот лед и откатает свою произвольную программу под мою песню «Снег». Всегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль. Украл тебя навсегда.
разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль. Он забрал тебя навсегда. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма. И по телу, когда дрожь, разрешают сводить с ума. Если хочешь идти, иди, и если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уж не вернуть. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. Никогда уже не вернуть. Только знаю, что в конце пути никого уже не вернуть. Евгений Плющенко! Филипп Киркоров! С днем рождения! Давайте все вместе! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, наш Женя! С днем рождения, все! Тебя! С днем рождения! С днем рождения, Евгений Плющенко! Ну какая же на именинника выпала сегодня нагрузка? Сколько раз он выходил на лед, и каждый раз не подражая. На пике своей формы, на таком невероятном драйве. Каждый момент, каждый номер на льду – это симфония, шедевр. Я вас тоже люблю. Спасибо за ваши бурные, горячие аплодисменты. Искренне всегда ваш, Евгений Плющенко. И это правда, мне всего лишь 30, и моя жизнь только начинается. Спасибо, что вы пришли, разделили этот потрясающий концерт, этот потрясающий праздник. Спасибо всем организаторам, спасибо всем артистам, фигуристам, моим друзьям, которые сегодня блистали на этой арене, блистали на этой сцене. Спасибо вам еще раз. Мне всего лишь 30. Жизнь только начинается. Да кто бы спорил, Евгений, конечно, только начинается. Все лучшее еще впереди. Вы понимаете, что шоу в честь 30-летия Евгения Плющенко подходит к концу, и поэтому все его участники сейчас вместе на льду исполнят финальный номер.
спасибо за великолепное шоу, Евгений. С днем рождения! Классный юбилей! Для вас сегодня работал Владимир Гомельский. Всего вам самого доброго!